церковь подходит к ним, они никуда не бегут, он выбирает. Да, ее еще носом поковыряет их, берет. Да, правильно? Ну. Он же и ацлен, блядь. Он ацлен хаваля разман, блядь. Сейчас он их сожрет, надо, блядь, ему вытащить, блядь, ему почистить, блядь. Смотри, внутри, блядь, сколько семечки, блядь. Да. Накидалечки. Ну, я тебе скажу, я первый раз в жизни вижу, как удав жрет. Ты бы видел, как он кролика. Вот такой кролик. Вот такой. Это уже не боится, пиздец. Для него мышки — это семечки. Он тут 4-килограммового кролика сожрал. Ага. Все с этих в углу забились, сидят. А выхода нет. А всего, чего им надо, только бегать от его головы и все. Он тут... В принципе, умная крыса тут месяцами прожить может, блядь. В принципе, да. Потому что она все равно быстрее его, блядь. Ну, так может она заснет, и она... Она быстрее, а он может, блядь... Ну, через всю клетку он не перепрыгнет, блядь. Через чего? Через весь этот не перепрыгнешь. Да не худела, вот она прям, он будет стоять посередину, она пойдет к нему, блядь. Она не пойдет, так она не пойдет. Он пойдет к ней посередину. Кролик вот здесь уже, да, сейчас? Не, сейчас кролика нету, он уже переварил. Он уже давно выстрелил. Это было, когда? Недели три. Он его уже и выстрелил. Да, это было недели три. Ну, кто он еще хочет? Вот следующий, да? Да, сейчас он, адреналинчик. Не надо, не надо, он сам придет. Он сейчас наглый, он даже не прыгает, он идет, берет их. Он только первое, второе. Первую, вторую прыгает, а потом лентяй. Не, остальные уже не знают, некуда приезжать просто. Ну, он им открывает рот. И они сами заходят. Заходите, блядь, они не хотят туда. Смотри, дура, да? Уже готова зайти, блядь. Так уже не хотят. Не хотят. Не хочет. Не надо. Ну не ты, так другая. Ну смотри, он в натуре уже как наел. Сейчас, хоп. Дружок, он нам пойди сюда. И все. Пошла дальше. Орать. Пиздец. Кино и немцы. Все, пиздец. Уже не кричит, все. Передушевывается. Не, еще кричит пока. А эти все равно стоят, ждут своей очереди, блядь. А куда эти? Ну а что, в тот угол хотя бы? Все, он рот открывает, она уже сама туда падает. А, что-то не получается, не получается. Да, он с другой... Плохо захватил. С другой стороны, да. За голову падает. Он уже не хотел, он сейчас вот так... Он уже играется с ней. Он не может его поймать, он не может его зажать, блядь. Да, ну. Сейчас он ее. Не получается, схватите. Скрутился. Все, комплект. Уже все. Да. Брюхо далеко. Ну, как напрягается, ага. Мышцы как сжимает. Все равно как терпка сейчас будет. Или дрогивые психозы. Конвульсия последняя. Хвостик дрогает. Чужевая. Сейчас хвостик обмякнет. Он сейчас уже их не разворачивает, ему уже похуй, через жопу может жрать. Через жопу захватывает, как сводил, так и ел. Главное, выбирал же, это что-то не стал. Да, тупо нюхал, тупо нюхал, ага. И вот это поменьше, это поменьше, это побольше. Он уже поел из-за этого. Нет, он сейчас он давит, пока не чувствует, что сердце останавливает. А? Да. Слушай, сердце? Маленькое, он чувствует. Она ему в рот заглядывала, и нюхала его, блядь, он раз в сторону, блядь, другую хуя захватил. Да, но с кроликом это было интереснее. Это вообще... Не, он давил на него в то же время. Все, я думал, что ему пиздец будет. Кролику? Это и змея, я думал, он подавится. Не, так никто и не думал, что он ее будет есть. Да. Саня уже мангал там готовил, блин. Кролика разделывал. Леха уже был в шкуру надирать. Слышь, готовая. Ёбаный Рома, Миша, потенциал. Да, ёбаный.
Он уже как эти, он уже так залетает сюда. Ахитов, чудовец, кто-то из задумался. Все, выпрямляйся. Ты любишь себя? Изогнулся даже. А мать ло шолех лехаим коэн, бемет. Он своим телом прижимает ее в рот, как бы засовывал. Ло, тен ло телефон, ше избор это рот. Бемет. אתה שולח אנשים לחולרות ולחברים לא עוזר, זה לא בסדר. אתה יכול לדבר, פסקי רובו, זה עשוי. אה, דה, את שבי עשו רוקו דולם פייס. אה, נהיה. ניצו, יאש כזה דסטבל, יאבו. צבו. יבו? דה, פשלה? פשלה. פגולת? פשלה, פשלה. שון פרויס הוא תיבי פוקזלסו. Ну что, наелся, нет? 4 с чем-то или больше. Ты взвешивал, что ли? Не знаю. Я думаю, он килограмм 7 весит. Сколько? А кто, змея? Ну. Килограмм 10. Смотри, стрём так. Ну, сколько полный рост вырастет взрослый? Не, я думаю, что уже метра 3 он дошел. Ну, уже, по-моему, больше, чем это. Когда в длину, ну, там уже вход загибается. Ух ты, вылез. Что, да. Еще мышку будет? Конечно. Давай. А так что, он всех съест, что ли? Да, да, что ты думал, блядь? Ему это там... Он уже съел уже штук 6. Прожор, а? 12 штук было. Ну. 12 было? Всего, да? А здесь 1, 2, 3, 4 осталось. Там одна не убежала туда? Вернулась назад? Это что, 8 штук уже съел? Давай, смотри, как уже играет, смотри. Ну, уже так. А они типа это? Не двигаются. Они замерли. Замерли. Смотри, за хвост или что? Ну. Сейчас ее за хвост вытащит. Сам не знаю, что хочет. Сейчас же съесть или не съесть. Это уже настолько ленивый стал. Да, но с кроликов он не ленивый. Там он... Работал как это. Да. Как положено. Припухли. На камеру работает. Ага. Сейчас, смотри. Сейчас скроет. Он ту хочет, вот он ту хочет. Смотри, когда он выбирает. А как, почему? Все, он забил зубы, она никуда не денется. Он уже играется с ним. У него зубы есть? Конечно. Он даже ее не душит, смотри. Ну, сейчас. Ему лень. Он ее так будет кушать. А у него сколько раз живых? Живых сожрал, да? Нет. Смотри, он даже ее живьем. Ух ты, она его кусить хочет, видел? Да есть, о, сейчас она не будет его кусать больше. Расслабилась. Разозлила. Разозлила, точно. Сейчас больше не будет его кусать. Главное сверху, ты не знал. А собрали? Да, все. Собрали мелькан. А, собирает? А почему? Чего почему? Снизу вот вкуснее. Они, все. Здесь нет он а самую почему? Вот эту. А, потому вот... что все написано на него, в общем, воняет. А что, он не мог сразу две-три схватить? Он схватил две сразу. А Борис сожрал одна пустая. Обе их убил. Да? А потом их сожрал одна пустая. И самая, которая в углу под семь. Оттуда ее там драфильм это все, я помню, да? Из подъезда. Интересно. Ты что, так бери сверху первую попавшуюся, даже и нет. Ну теперь мы знаем, как есть. Будем ковыряться в тарелке и искать самую нижнюю котлету. Ну правильно. Самая сочная внизу бывает. Да, точно. Как Вицин, да не может ему лечь к Вицину. Как он горшок брал, помнишь? Самая нижняя. Вот такого типа. Ну что, он научился?
Ну, вроде да, один папа, это первый выкинул. Остальные он сам, с помощью смотрели, но он сам высыпал. Высыпал, заезжал. Да, все, он будешь приезжать, ему помогает. Все, да, расслабляется. Нет, так да, немножко робко так, ну, медленно гоняет, ну, конечно, только... Все, это... первый раз, что, ну, первый да. раз, что, быстро делаешь? Тряпка, да, конечно, ну, вроде. Ваня, ничего не заводишь. А нет времени, когда заводится. Разворачивается. Нихера, он так ее проглотит. Сколько ты сейчас стоил? Уже половина силы, да? 12 штук. Нет, я думаю, 50 штук он бы здесь сделал. А как часто его кормят? Что, с головы? С задницей? С задницей, это второй уже задницу он съел. Обычно с головы себе? Да. Раз в неделю, раз на 3 недели. Так, пройдет. Что-то задница на плохо идет. Хорошо идет, хорошо. Причем быстро идет. Да, я на кролике натренировался, и растянулся, и все. Блин, на короля как он достался. Когда он маленький, это было он долго с ним. Он начинал прорабатывать потихонечку. А что он даже дождался. Его маленький взял? Сколько он же здесь лет? Вот у меня первая фотка с ним такой был где-то. Так а сколько здесь лет живет? Каких лет? Наверное, год, тебе. Год, наверное. За год вот так вырос? Нет. Да. А сколько мне? Он же шкуры меняет, где-то там висело, выбросили. Да. Линяет. Все, наелся. Пока всех на собой. Пошел во следующий. Сейчас пойдет на свой. Понюхал себя внимательно, да? 12 мышей кинули. Больше 6 штук. 8 штук, наверное, сожрал. Сам осталось 4. 3. 9 сожрал уже. Уже 9 сожрал? Да. Что-то его вывернул вообще. Пузо вверх. Но. Сюда перекрутился. Толкает. На спину лег. Ага. Да, что-то на спину. Четвертый год запутался. Проталкивает. Обалдеть. Че там? Ушло. Пузо вверх. Помоги ему перевернуться. Переверни его. Да пипец, тут такие кадры. Делайте ставки, какую возьмем. Нижнюю, вот эту серенькую. Она глаза на глаза закрыла. Не, да, у меня вон ту вон. Жопа тащит. Как же тут не видно меня. Все хорошие места позанимали. Да я вот уже снизу тут. Мне кажется, он уже нажрался. Они не двигались. Надо их, чтобы они пошевелились немножко. Да. Когда шевелятся, чувствуют их. Он и так чувствует. Он знает, что они здесь. Они успокоятся. Сейчас за лапку сваят и подтянет. Не, он все равно набрасывается. Он не берет плавно. Надо его, чтобы... Берет плавно уже. Плавненько он берет. Вот за яйца сейчас это будет. Где ты еще яйца? А вы вообще. Сейчас за хвост. Под хвост пролез. Там 4, по-моему. Сейчас самый последний возьмет. За голова, о, голову чует. Нет, все, вот это, наверное. Уперся, все, прощайся с жизнью. Все. В этот раз сверху. Да. В этот раз сверху. Да. Сколько осталось, две? Угу. Или три? Еще две. Точно жмет, обосрался. Да не всем, все обосрались, как это самое. Как будто неделю не срали. На срачку всех побил. Да. Да. Осталось две кушать. Из 12 две осталось. Ну, блин. На охоте побывал? Да.